Спустя 130 лет с момента основания фабрики современная компания Lenta значительно расширила горизонты деятельности. Сегодня она производит более 1000 наименований изделий, поставляя их в различные страны мира. Плетеное кружево из льна, хлопка, акрила, вискозы и полиэфира разнообразного дизайна и цветов способно преобразить скучную скатерть в нарядный столешник, сделать простую салфетку украшением стола и придать неповторимый вид постельному белью. Дизайнеры компании создают новые образцы кружева с тематическими рисунками для кухонных занавесок или украшения дачного окна. На предприятии принимают заказы и на создание изделий по индивидуальному дизайну. Наши возможности позволяют по желанию клиента производить фольклорные ленты различных цветов, соответствующих районам Земгалы, Пиццамы, Курземы. Такие ленты из шерстяной пряжи используют для украшения национальных костюмов различных регионов Латвии. Одновременно их можно увидеть на участниках хоров во время традиционных праздников песни. Лента производит и большой ассортимент изделий повседневного спроса. Декоративные капроновые ленты, шнуры для одежды и спортивного инвентаря, эластичную тесьму разной ширины, обувные шнурки из хлопка, льна и синтетических материалов всегда можно найти на прилавках магазина предприятия. На сегодняшний день мы производим в большом объеме ленты для молний, кружево, которое высоко ценится и пользуется большим спросом. Предлагаем изготовление жаккардовой ленты с логотипом компании-заказчика. Мы разрабатываем соответствующую программу и предлагаем изготовление ленты. В фирменном магазине «Лента» по парижскому адресу улица Елговас, 6872, вы найдете все необходимые дополнения для воплощения своих оригинальных дизайнерских идей.